Я тренер по футболу и хочу вам дать совет после просмотра этого видео. Как футболисту вести себя на просмотре в новой команде? Сейчас мы вам подробно расскажем. Поехали. Самое главное, то, что ценят в новой команде и тренера, и футболисты, это быть максимально скромным поначалу. Ты приехал на просмотр, чтобы стараться делать свою работу максимально качественно. Поэтому на этом вам нужно и сосредоточиться. Доказывать все на футбольном. Номер два. Обязательно нужно прислушиваться к подсказам и требованиям тренера. Правильно реагировать на ошибки и не повторять их, чтобы было видно, что вы умный футболист. В новой команде обязательно будут люди, которые захотят вас спровоцировать. Поэтому ни в коем случае нельзя вестись на провокации и не вступать в конфликты. Ну и последнее, чтобы произвести хорошее впечатление на команду и тренера, тебе нужно начать сначала играть от простоты. Одно-два касания. Почувствовать уверенность и с приходом уверенности больше брать на себя и показывать свой максимум. В общем, неплохие советы в этом видео, но я как тренер добавлю только, что если вы прибыли на просмотр, то обязательно вы должны себя там по максималке выложиться и проявить себя. То есть ваша задача понравиться тренеру. То есть тренер должен видеть в вас перспективу в будущем в его команде, да? То есть игроки, которые есть, он хотел бы видеть, если кого-то нового, то сильнее или хотя бы в перспективе сильнее в будущем. То есть такого же, либо там слабее, ему незачем брать, он и не будет брать. Понимаете? Потому что у него уже есть какой-то определенный костяк. Он либо возьмет сильнее игрока с просмотра этого, но слабее не будет. Либо чуть слабее, чем есть дети, допустим, или неважно, игроки. Но в перспективе он видит, что этот игрок может еще стать сильнее и все-таки проявить себя. Так что удачи в играх вам!